Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Свою роботу розпочинає лайв-студія «День». Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину ми почнемо з такої теми. В Україні зареєстрували інноваційний препарат «Протоманіт» для лікування туберкульозу. Про це повідомили у МОЗі. Зазначається, що Україна стала п'ятою країною у світі, яка надала дозвіл на використання «Протоманіду». Далі на цю тему спілкуємося з кандидатом медичних наук. До нашого ефіру долучається Сергій Каленчук. Пане Сергію, я вас вітаю. Здравствуйте, Євгеній. Так, дякую, що приєдналися. Давайте говорити передусім про ефективність ось цього препарату. Наскільки я знаю, за активністю протитуберкульозні препарати поділяються на три групи. Найбільш ефективні, помірно ефективні і низько ефективні. До якої ж групи відноситься ось протоманіт? Ну, це один із найбільш ефективних на сьогоднішній день, виходя з тих клінічних дослідження, які були зроблені, препарат, но тут вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сам по себе туберкулез делится на две большие формы. Это резистентный к лечению стандартной терапии и нерезистентный. То есть, и вот как раз проблема в том, что у нас мультирезистентные формы, то есть формы устойчивые, которые не поддаются лечению стандартной терапии туберкулеза, они, к сожалению, у нас растут... Ну вот за последние 10-15 лет геометрической прогрессии. И вот этот препарат как раз рассчитан на пациентов, которые ну, не поддаются, условно говоря, стандартной терапии противотуберкулезной, и которые, если бы не данная группа препаратов, были бы, по сути, обречены на то, что они погибнут от туберкулеза. Так вот, данный препарат, он как раз используется в лечении пациентов мультирезистентной формой туберкулеза, которая, к сожалению, является одной из самых таких коварных, злых и практически не поддается стандарту лечения. И в этом, собственно говоря, проблема Украины, потому что Украина как раз входит в лидеры, антилидеры, скажем так, европейского континента по распространению именно мультирезистентных форм туберкулеза, который чаще всего возникает тогда, когда пациент начинает терапию стандартно, лечение обычного туберкулеза, потом ее прерывает, либо по каким-то другим причинам останавливается, и тогда вот возникает устойчивость палочки Коха к стандартной терапии, и появляется новый штамм, который уже устойчив к обычной терапии туберкулеза. Ну, ось щодо термінів. Скажіть, будь ласка, скільки за часом треба приймати препарат протоманіт, щоб одужати? Ну, во-первых, он не принимается сам по себе один. Он принимается тоже в комбинации с другими лечебными препаратами. Это первое. Второе, безусловно, появление данного препарата сокращает сроки лечения там, буквально в 2-3 раза, то есть вместо 9-12 месяцев лечения, как это при стандартных формах, этот препарат позволяет получить хороший эффект через 3 месяца после начала лечения. Но здесь я бы еще раз хотел сказать, что у нас основная как раз проблема в том, что у нас распространяется вот эта мультирезистентная форма туберкулеза. И, как ни странно, но пандемия ковида, учитывая то, что передача инфекции при туберкулезе тоже осуществляется в основном воздушно-капельным путем, и наличие пандемии и карантинных мероприятий, она могла повлиять на скорость распространения туберкулеза. Я, к сожалению, не видел каких-то исследований в нашей стране по этому поводу, но многие специалисты говорят о том, что мы можем получить определенное снижение, слава богу, заболеваемости по туберкулезу. Это именно связано с тем, что были включены режимы определенной изоляции, ношение масок, обработка поверхностей, социальное дистанцирование и так далее, которые позволят уменьшить скорость распространения этой коварной болезни. А еще раз хочу сказать, мы, к сожалению, в лидерах по заболеваемости туберкулезом в Европе. А ось щодо цінової політики, я так розумію, що це препарат не з дешевих, так? Да, все препараты, которые обладают свойствами лечения
устойчивой палочки Коха, влияние на устойчивую палочку Коха, они все очень дорогие. Это там курсы лечения все больше 100 тысяч гривен стоят. Поэтому это... Ну и данный препарат не отличается от других, в принципе. Он несколько дешевле, чем те, что использовались раньше, но тем не менее он тоже очень дорогой. И вообще лечение мультирезистентных форм, вот в чем проблема? Проблема как раз в том заключается, что с одной стороны мы, недолечивая пациентам, переводим их в мультирезистентные формы, и у нас их становится больше, а с другой стороны мы таким образом увеличиваем в том числе финансовую нагрузку на лечение потом пациентов уже с этой устойчивой формой стандартной терапии. А чи є в Україні, можливо, дешеві аналоги протоманіту? Ні, їх взагалі немає в світі. І ви правильно сказали про те, що Україна стала п'ятою країною. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, літом минулого року Сполучені Штати дозволили його використовувати, даний препарат, у себе на території Сполучених Штатів у пацієнтів, опять же, з мультирезистентними формами туберкульозу. І в світі в цілому. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что все препараты, которые используются для лечения этих тяжелых форм, они все очень дорогие, но другого варианта просто нет. И нам нужно бороться с тем, чтобы мы уменьшали количество возникновения этих мультирезистентных форм. А потому что это кажете... несет... Да-да-да. Так, пане Сергію, ви кажете про те, що пацієнти дуже часто недоліковуються. А з чим це пов'язано? Не вистачає банально грошей на продовження повноцінного лікування? Ну, тут багато факторів. Давайте відкрито говорити. У нас сама по собі система боротьби з епідемією, а ми в епідемії туберкульозу знаходимося вже з другої половини 90-х років. А у нас сама система противотуберкульозної служби, вона... за последние там 30 лет претерпела, к сожалению, негативных изменений. И противотуберкулезная служба теряет и специалистов, теряет свою структуру и теряет свою систему. Мы знаем, что за последнее время у нас сократилось количество коек, и может быть это и правильно, но тогда надо создавать нормальный амбулаторный этап контроля за лечением данных пациентов. Плюс мы практически не занимаемся вопросами изоляции этих пациентов. У нас был принят закон весной 2013 года по борьбе с туберкулезом, и практически ни одно из положений этого закона не было реализовано. То есть у нас законы принимаются, они вроде бы достойные, мы потом отчитываемся перед нашими европейскими партнерами, что мы приняли очень много важных и красивых законов, но проблема в том, что они не выполняются. Так, дякую вам, пане Сергію, за те, що долучилося до ефіру «Лайв-студії День» на сьомому каналі. Сергій Калинчук, кандидат медичних наук, був з нами телефоном. Я нагадаю, що в Україні зареєстрували інноваційний препарат «Протоманіт» для лікування туберкульозу.